Друзья, сегодня я вам хочу посоветовать канал Ленни Габриэля. На его канале вы найдете прохождение и стримы таких игр, как Tomb Raider, Dishonored 2, Quantum Break, World of Tanks и многое другое. Подписывайтесь, не пожалеете. Ссылки я оставлю в описании. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Арби, и сегодня у нас финалист вчерашнего опроса Far Cry Primal. Сегодня мы начинаем новое прохождение. Начнем с самого начала. Я как-то включал эту игру, ну, проиграл недолго, буквально минут 5, и все. Так что будем узнавать все вместе, те, кто не видел, конечно же. Так, что тут есть? Режим выживания. Мини-карта включена. Исследование мира становится сложнее, ночи темнее и длиннее. Ваш запас выносливости ограничен, погибших зверей нельзя воскресить, то еще не все трудности. Внимание, начав игру, вы уже не сможете отключить этот режим. Понятно, такой жесткий режим нам не нужен, конечно. Так что средние настройки, субтитры оставим, анимацию сборки добычи оставим. Ну, начали. Да. Посмотрим, что да как. Игра обещает быть интересной. И мы в этом убедимся. Всегда интересно играть как-то до нашей эпохи, что ли. Там типа Египет и все такое. Тут джунгли, леса. Когда уходят. По-моему, будет 10 тысяч лет до нашей эры. Я точно не помню. Но должно быть. Сейчас увидим. Все. Все. Так. Ну вот. 10 тысяч лет до нашей эры. Игра начинается. Центральная Европа. Что-то бормочет там. Ну хотя бы огонь умеет добывать, бедняга. Ну да, у него факель есть. Как вы думаете, сейчас, если бы мы лишились всех технологий, всего, чего, что есть у нас сейчас, и жили бы, то есть мы бы, привыкшие жить в это время, попали бы в время 10 тысяч лет до нашей эры, как вы думаете, сколько бы мы протянули? Я думаю, недолго. Ну, по крайней мере, многие из нас недолго. Потому что все мы смотрели всякие фильмы. Огни добывать умеем, копии делать умеем. Так что немного справились бы. Построили бы всякие лачуги и жили бы в них. Ну, не знаю, когда мы бы вернулись ко всем технологиям. Так, это он тут рассказывает историю. Чего только. Ну, видимо, своего народа. Так, мы начинаем. Производство Ubisoft Montreal. Опа, Чубака. Блин, на йети смахивает. Ну, графика, не скажу, чтобы прям отличная, слишком много коричневых, серых тонов. Немного покрасочнее бы ее сделать.
Может, есть какие-то моды, чтобы это исправить. Так, мы охотимся на мамонта. Вон тот в текстурах застрял справа. Куда-то ползет. Бедолага. Иди, Такар. Так, меня Такар зовут. Токарный станок. Ну блин, а мне лук дать слабо? Или у меня копье будет? Копье. Ну хорошо. Так. Идем. Ну давай. Присесть. Присядем. И пойдем. Так. На правую зажимать. Так, новое задание. Легенда о мамонте. Задание доступно в хижине шамана. Новое оружие. Дубинка. Так. На Q зажимая. Тут открывается меню. Но у нас ничего нету. Ну ничего. Думаю, скоро откроется. Ну давай. Я тебя люблю. Игры от Ubisoft. Как их можно не любить? Как они могли написать «Ходить»? Так, давай. Что? На этого мамонта охотимся? Да. На какого? Вы чё, придурки? Стреляли же в того. Натя. Так, копий у меня больше не осталось. Это очень плохо. Но вот здесь есть, по-моему. Давай, бери. Так, давай, хватай. Целься. Натя. Эй-эй-эй! Ух ты, блин! Задавил меня. Лечиться. А, ну конечно, как всегда. Блин, промазал. Да что такое? Куда ты побежал? А, вот он. Ты как тут, братюня? Пошел ты. Да ты сдохнешь сегодня. Так, отлично. Или не сдох, или сдох. Ну, вроде сдох. Так, прекрасно. Хорошая, хорошая. Так, вон те. Это там кувыркаются немножко. Теперь у них будет много-много мяса. О, тигри! Да это какой-то странный тигр. Чё за хвост-то? На тебе. Нет, пропускать мы не будем. Посмотрим, как он их съест. Кровь какая-то не очень, честно говоря. Красавчик, как он ему воткнул это копье. Давай, Такар. Беги. Ух ты, блин. Упали они не очень, конечно. Об скалы, об бревна. Еще с высоты. Да ну так, не вариант было бы выжить. Это какое-то шаманство. Так, ну давай. Ты чё, умираешь? Ты чё? Невысоко же было. У тебя ребра торчат. Нет, не отдавай мне свои бусы. Он со мной прощается. Ты найти Урус. Найти наших потерянных братьев. Ну хорошо, раз ты так просишь. Ну все, уже хватит умирать, давай.
Вот молодец. Ушла у Драгваш. Так, а бусы, правильно, давай, запираем бусы и пойдем. Правда, не знаю, что ты с ним будешь делать. Так, так, так. Ага, мы его похоронили, конечно, у нас было очень много времени. И руки у нас такие были прям классные. Могли бы, блин, Ubisoft, могли бы и доработать это. Что за блин? Привет, так, что у меня есть? Путь в Рус. Ясно, путь в Рус. Лук нужен. Так, сначала лечимся. Нажать Tab. Так. Так, новое оружие бомба. Ясно. А как мне сделать лук? Вот. Вы еще не умеете делать лук. Выполните сюжетные задания, чтобы разблокировать этот предмет. Ясно. Так, он где-то рычит, вродится. Так, что мне нужно? Новое оружие бомба. Так. Так, ясно. Все, что торчит. А, нет, это нельзя. Так, как мне сделать лук, я не понял. Взять сланец? Что это? Так, вот. О, я могу изготовить лук. Отлично. Так, давай. Лук готов. Улучшить. Отлично. Теперь я смогу хотя бы защищаться. Так, у меня 8 стрел. Что мне нужно теперь? Новые ресурсы для деревни. Так, охота. Чтобы охотиться эффективнее, нажмите Ctrl, пригнуться, удерживайте V, чтобы использовать зрение охотника. Не подходите слишком близко. Ясно. Так. Где? На кого мне охотиться? Я вижу пока только ресурсы, которые можно собрать. Так, сланец. Обязательно нужен сланец. Так, я ничего не вижу. А, вот. Что-то ползет. О, попал. Отлично. Иди сюда. Козлик. Вот еще. Не попал. Так, вот следы. Мне нужно 3 козла. Так, не достает. Вот. Снять шкуру. Не попал. Да чё вы бегаете туда-сюда? Попал. Отлично. Вот он побежал. Так, сначала заберем того, а потом поймаем другого. Так, так, так. Ну давай быстрее. А, вот он. Знакомство с Far Cry проходит успешно, по-моему. Так, вон там еще козлы. А, собираю вот эти... Так. Ольха. Стрелы. У меня не появляются стрелы? Нет, по-моему. Все так же, как и было. Так. Вон там я вижу двоих. Пойдем сразу к ним. Отлично. Стрелу тебе взад. Так, где ты? Вот он. Вот он, наш козлик.
Так, что дальше? Жир зверя. Так, нам теперь туда. Бежим, бежим. Найди убежище и развести костер. Ой, это что? Я слышу этого. Тигренка. Промах. Что-то у меня с прицелом не то. Хотя это... Так. Не сюда. Это из-за того, что я... долго не играл в такие игры. Все в этот... Чужие, чужие. Так, куда мне? Не понял. Вот. Костер. Разжигай давай. Ну? Так там искры даже не было. Вот, вот, пошла, давай, дуй. Красавчик. Он, наверное, прошел курс юного пионера. Или как их там в Америке называют? Блин, забыл. Скауты, по-моему. Стрела. Винджа, это что значит? Так, я куда-то должен пойти теперь. Ладно. Сейчас пойдем. Только... Южный камень. Пыль южного камня, понятно. Но мне нужны стрелы. Так. Колчан. Ясно, навыки. У меня пока нету. Ничего. Ясно. Куда мне? А что за красное? Это что значит? Чтобы открыть меню изготовления. О, вот. Выполнить сюжетное задание, чтобы разблокировать этот предмет. Ну хорошо. Так, он сам открылся. Ну ладно. Лучше пускай сам, что я тратить ресурсы буду на это. Отлично, ты просто мастер своего дела. Так. Так, один дубина, два стрелы. Ясно. Это мой костер. Я тут... Поджечь стрелу. Давай подожжем. Так. Жечь лианы. Жги давай. Не зря я поджег стрелу. Отлично, удерживайте вы, чтобы использовать зрение охотника. Это я знаю уже. Да хватит уже, блин. Что это там наверху? Ну, это был тигр. Он, наверное, будет моим самым главным врагом в этой игре. Возможно. Так. Следы. Много следов. Вон там что-то... Что-то там. Ну, это явно люди. Так. Ну, самих людей я здесь не вижу. Так, что тут? Обыскать. Ну, давай. Драка. Сланец. Обязательно. Следы крови. Тут кто-то дрался, ну, кто-то жив остался, естественно. И вот, убежал. Вот, прям, опять. О, волк. Мне однозначно будет помощник волк. Так. Волки.
Держите горящую дубину. Как ее поджечь? Как ее поджечь, блин? Не понял. Да нет, зачем мне камень? Ладно. Так, вот волки. О, блин, промазал. Держи. Куда я пошел? Все. Один готов, он еще идет. Знаете, харю. Так, пару стрел в лицо, и они сдыхают. Это хорошо. Или просто я слишком крут. Так, я слышу, там кто-то орёт, что ли. Заткнись. Так, берем дубину. Иди сюда, давай, волчара позорный. Так, цель лечиться. Отлично. Давай, давай. Мясо. Так, что-то тут есть. Вот. Обыскать. Для него нет места. Ну ладно. Пока потерпим. Вот следы тут еще есть. Так, блин, что-то нехорошие звуки здесь. Это что такое? Отлично. Еще следы. Ну. Да, эти клоуны рядом где-то. А тут подкатов не бывает, как в Warface? Было бы неплохо. Так, это что такое? В мешке больше нет места. А, где наш мешок? Вот мешок. Так, так, так. Тут всякие шкуры. Изготовление. Что я могу изготовить? А, это у меня, это все есть, но блин. Как мне изготавливать стрелы? Не то. Копье. Копье не нужно. О! Нажимаю Q, потом в этом же меню нажать правую кнопку мыши, можно поджечь нашу дубинку. Это хорошо. Так, тут какая-то палатка. Вон они побежали. Я тебя видел. Так, поджечь не могу. Все, что можно, забираем и бежим дальше. Сейчас потухнет. Ну, как обычно. О, ну какой-то подкат-то делает. Что за шум? Что с ним было сейчас? Ему плохо, что ли, стало? О, мышка. Так. Изготовление, поджечь. А, вот стрелы я могу делать. Вот, отлично. Это меня радует. Давай подожжем стрелу.
Ничего, ничего. Надо догнать этого Винчу. Windows. Ну понятно, блин. Как только поджег стрелу, блин, сразу нужно мне воду. Его не видно на горизонте. О, тигра. Тигра, кис-кис-кис. Он его съел, что ли? Видимо, да. Так, это что такое? А, вот там кто-то ползет. Отлично. Это его тигр, что ли? Контрольная точка. Ясно. Лоб у него, конечно, прикольный. Так, девчушка. И тигра. Тигры! Это она пытается меня так испугать? Так, этот тигр на меня напал. В прошлый раз. Утром! Он спаситель прям. Давай, давай, залазь. Ага. Не пролез. Кошара беспонтовая. Иди давай, не смотри на меня. Да, она только что хотела меня убить, а теперь зовет за собой. Урус. Отлично. Это его земля, его предков и все такое. Его клан, короче. Че ты ноешь? Винча. А, он Винча? На Орроспи? Палу, Сашвалим Шалам, Такар Хасам. Сайла. Тигри Чавасу, Тии Баямартис. Тигри Удамдав. Удамшаус. Даусам. Зачем тебе уши? Больная, что ли? Тебе есть больше нечего? Ми Кауа Ахатра. Ну отлично. Теперь она просит провести ее до дома. А у меня носки дрявые. Понятно. Надо будет ей сказать, в следующий раз приду. Тотемы. Исследуйте Рус в поисках мест, где можно установить тотемы, чтобы отблагодарить духов. Шаманы Виджа. Хранители пирования племени. Они исцеляют раненых, принимают роды. Ясно. Ну все, хватит уже. Сколько можно? Так, эту сцену я пропущу, пожалуй. Ты искать зеленые листья, лечить раны. Но у меня нет ран. Это что такое? Открыть тайник. Тайник — это место, где хранятся ваши личные ресурсы и предметы. Значок вы можете найти на укрытии. Доступ к тайнику вы можете получить в деревне, а также на любом захваченном аванпосту. Ну конечно, как же без аванпостов. Так. Переместить комплект. Так, что-то не понял.
Так, доступно новое улучшение. Давай улучшимся. Навыки. Это что? Первобытное исцеление. Удерживает ЦЦ, чтобы восстановить одну ячейку здоровья. Способность лечения доступна нютаб. Так, исцеление на бегу. Дополнительное здоровье. Давай-ка дополнительное здоровье. Отлично. Это что, собрать я не могу, а это могу? Нет. Нажмите новые навыки. Окей. Так, ну все, пока я ничего не могу улучшить. Так что побежали. Зеленые листья. Так, так, так. А тут животных что-то не видно совсем. Ага, но слышно. Только где? Кабаны, что ли? Так, ладно, животных нету. Бежим к нашей цели. Нам нужны зеленые листья. О! Готов. Камни реки Ваквас. Так, вон там что-то красное. Это, видимо, та трава, которая нам нужна. И вот еще красная. Это что такое? Так, вот этого чувака. Убьем. Что такое? Фу, он же уже мертв был, ты чё? Так, что с ним еще можно сделать? Перенести тело, обыскать. Так, переносить мы его не будем. Так, нам еще нужна трава, вот она. И где-то я... Так, мне нужна только одна трава теперь. Вот она, на том берегу. И вот еще что-то. Взять синий лист. Ну тут как и в предыдущих частях Far Cry, зеленые, красные, желтые листья. Это был зеленый. И все отлично. Опа. Помолчать. Соберем как можно больше, они нам не помешают. Так, давай теперь обыщем ребят. И вот еще кто-то висит. Жестокие племена. Так, птица. Но на небе я их не вижу. Потом попробую попасть в них с лука. Да что такое, блин? Сжечь стрелу нам не нужно. Ну ладно, бежим к той девчонке. И посмотрим, какое задание будет следующим. Так, больше изготовить нельзя. Ну, бегает он здесь довольно-таки быстро. Опа.
Ах ты, падла. Что-то он какой-то маленький. Так. Где-то здесь еще был, вот он. Да зачем мне его переносить? Так, а теперь могу обыскать? Нет, не могу. А тебя могу. Отлично. Но они меня все равно немного побили. Уроды. Ну, чё, это только начало. Я пока учусь. Я с ними еще разберусь. Так, что с тобой? Сайла. А, больная какая-то. Ты волна ей. Да, твои раны. Ну все, ага. Заживала. Так, новые жители деревни. Так, стоп. Я здесь буду создавать свою деревню? Глубокие раны. Что тут у нас? Изготовление. Так. О, я могу создать копье. Отлично. Шкура дикой собаки. Северный кедр. Это чтобы улучшить. Это что такое? Шкура кабана. И дубина кровь 6. Кровь 6. Ясно. Так, у меня есть копье. Копье у меня только 2. Прочность древесины 12. Кремень 14. Так, ясно. Так, куда мне нужно? Это что? Так, что она мне дает? Ускоритель. Я смогу быстрее бегать. Так, ясно. Но какие у меня задания? Да все понятно уже. Мне нужно новое задание. Карта. Так, это что? Кострище на Куте. Может пойти туда? Сходим. Или может у нее задание какое-то можно взять? Нет, молчит шкура. Ну, в принципе, бежать недалеко. Так что добежим. Тем более у нас есть ускорители. Так что все нормально. Так, слышу людей. Только не вижу. Ну черт с ними. Не вижу. Ладно. Ух ты! Либо какое-нибудь улучшение, чтобы можно было прыгать с высоты. Ты чё? Так, мне нужен был кабан. Иди-ка сюда. Отлично. Вот, а нет, это не кабан. Где кабанчики? Ну, это не кабан. А, вот. Песики. Какие-то. Так, больше нету. Нету. Так, зеленые листья, это хорошо.
Так, на таб. Синий лист нам нужен, чтобы изготовить ускоритель. Ну ладно. На таб мы улучшаем здоровье и бежим дальше. Так, давай, давай, давай. Так, красный лист. Мы играем. Так, козлы нам не нужны. Так, что тут у нас? Какое-то кострище, сигнальные костры. Сигнальные костры отмечают ваши территории после того, как вы их захватили. Зажигайте сигнальные костры, убив врагов поблизости, чтобы захватить их для своего племени. Захваченные сигнальные костры заблокируют точки быстрого разблокируют точки быстрого перемещения, позволяют отдыхать в безопасных и открытых доступных зонах, в общем. Так, я не вижу людей. Или здесь их вообще нету? Это что было? Ух ты, блин! Ты чё? Так, его надо поймать. Где ты, куда ты побежал? Блин. Вот его. А, вот он. Ах ты урод. С одного удара все жизни отнял. Так, вот он. Ты сдохнешь сегодня. Ух ты, блин. Что такое? На меня все нападают. И этот тоже. Заткнулся бы уже. Держи дубиной. Так. Так, ну давай, беги сюда. Да какого черта? Блин! Он не хочет сдыхать. Черт. Падла. А, вот и все. Наконец-то. Снять шкуру. Все, стрелы забирай, все забирай. Они ему уже не нужны в любом случае. Так, людей здесь все равно нету, так что я сразу подожгу. Это что такое? Где этот орел? Вот он. Блин, не успел. Свалил от меня. Промазал. Подлечимся. Так. Не попал. Да что такое? Ладно, подожжем. Потом поучусь не стрелять. Так, как под... Я могу поджечь? Почему не могу поджечь? Так, не понял. Поджечь стрелу. А, наверное, с лука можно. Вот так. Да, отлично. Отлично. Поджог. Кострище на Кути. Одно захваченное место. Так. Быстрое перемещение доступно, нажав M. Так, у меня 5 человек теперь есть в моем отряде. Так. Стоп. Это я стойника беру, да? Да, стойника. Ну все.
Так, что тут у нас меню? Сохраниться. Отлично. Мы сохранились. И уже, я думаю, можно продолжить следующей серии, друзья. Всем, кто голосовал, и всем, кто смотрит мои видео, большое спасибо, друзья. Все, кто заходит на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. У меня всегда доступна взаимная подписка. Я с удовольствием подпишусь на вас. Не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте. Там проходят конкурсы. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч. Let it go.